Представляю, майор спецназа ГРУ Алексей Брагин. Да. В 83-м году вас отправили служить в Афганистан. Да. Вас взяли в плен во время спецоперации на Северном Кавказе. Да. Вас пытали? Да. Вы рассказывали боевикам информацию, содержащую секретные данные? Нет. Спроси, изменял ли он своей жене. Вы изменяли своей жене? Нет. Вы что, вы не понимаете, что он врет? Родина. Премьера. Скоро. На канале «Россия».